Здравствуйте, уважаемые любители гармонии и баян! С вами вновь официальный представитель фабрики «Тульская гармонь» Павел Уханов. Хочу вам немного рассказать про этот замечательный инструмент. Это баян, концертный, двуголосный, цельнопланочный, традиционный русский баян. На нашей фабрике, да и не только, существует очень много вариантов баянов. Это есть и баяны ученические, двуголосные, с кусковой планкой. Для начального этапа обучения, либо инструменты те же самые ученические подходят для любительского музицирования. Есть инструменты с регистрами, с кусковой планкой, с регистрами цельнопланочные, они разных размеров, опять-таки и для обучения, и для профессиональных музыкантов. Но есть также баяны традиционные, цельнопланочные, двуголосные, с большим диапазоном, такие как я уже не раз показывал в своих видеообзорах, ну и такой сейчас держу в руках. Для чего нужен этот баян? В основном, конечно, его заказывают в дома творчества, в дома культуры, туда, где есть вокальные ансамбли, хоры, потому что это идеальный инструмент для аккомпанемента. Он обладает большим диапазоном, больше, чем 5 октав, правая сторона может быть как трехрядный, как на этом инструменте, так и пятирядный. В трехрядном исполнении здесь 64 кнопки. Левая сторона здесь 120 басов. И именно этот баян называется Тула и имеет артикул BN21. 64 на 120. Я уже показывал в своих обзорах инструмент, например, с планкой Цыганова. Баян 67 на 150. Он еще имеет больший диапазон и слева, и справа. Эти инструменты с готовым аккордом. Что это значит? При нажатии у нас звучат и басы, и сразу аккорды. Нажимаем одну кнопочку, звучит сразу три звука. Но почему я еще рассказываю про этот инструмент? Потому что действительно у нас по-прежнему много разных коллективов, где требуются хорошие цельнопланочные баяны. Без всяких регистров, с традиционным русским звуком баянным, с большим диапазоном, без всяких регистров, без всякой выборной системы. Но также на этих инструментах могут играть и любители-баянисты, потому что это хороший, добротный инструмент с классическим русским тембром. А так как одной из моих задач является развитие именно любительского музицирования, я делаю упор именно на эти инструменты. Потому что профессионально это у нас есть, но, к сожалению, в школах у нас все меньше и меньше стало поступать детей на баян. В гармонии, наоборот, ситуация улучшается, а с баяном ухудшается. И мне кажется, виной тому, что, к сожалению, мало сейчас в России людей интересуются национальной культурой. Хотя вот последнее время таких людей становится больше. И поэтому у нас сейчас на фабрике очень много заказов и на гармонии, и на баян. Приходится долго ждать. Но вернемся к этому инструменту. Я сейчас покажу его тембр. Но перед этим хотел еще сказать, что у этого инструмента планки не латунные, а дюралевые. И это очень-очень здорово. Потому что видите, какой инструмент большой. Соответственно, какой большой диапазон, и планки там длиннющие, огромные. Если они будут латунные, он будет просто неподъемный. То есть он будет весить килограмм 20-25. Здесь сейчас он весит чуть больше 11 килограмм, потому что планки дюралевые. Но опять-таки, дюраль не надо путать с алюминием. Дюраль – это более плотный материал, по своим свойствам он схож с латунью, но латунь разве что тяжелее. Но если честно, вес выходит при таком огромном инструменте на ведущие роли при выборе инструмента, потому что, допустим, вот хор стоит, и баянист тоже стоит, и концерт, вот там, полтора часа, и он с инструментом. Спина все-таки не железная. Поэтому это даже очень здорово, что планка дюралевая, потому что наклепывается она вручную, все голоса делается вручную. Мастера очень стараются, и тембр получается настоящий русский баян. Не аккордеонный, не гармошечный, а именно русский баян с белым звуком. Вот послушайте, правая клавиатура.
баян. Бас, послушайте. Тоже хороший, мощный бас. Ну а теперь я тембр вам показал, но сыграет на инструменте мой студент Дмитрий Нестеров. Он у меня учится в Академии музыки имени Гнесиных по классу гармоники, но у нас все студенты проходят еще такой предмет, как дополнительный инструмент. И в рамках этого предмета они изучают баян. Вот он, скажем так, недавно стал изучать баян, но уже достаточно неплохо играет. Посмотрите. Если вам понравился этот инструмент, если вашему коллективу нужен наконец-то новый баян с классическим русским тембром, то не стесняйтесь, звоните мне, Павлу Уханову, я расскажу. У нас есть несколько моделей с разным диапазоном, есть и 61 на 120, и вот как это, 64 на 120, и 67 на 150, есть и баян и Ясная Поляна, разные модели, так что звоните, я вам все объясню, расскажу, чтобы вы не запутались в артикулах. Ну или пишите через интернет, на электронную почту и социальные сети. С вами был Павел Уханов. Хорошего вам дня. До свидания. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал в YouTube. Разумеется, не надо терять такой возможности, как поделиться этим видео в своих социальных сетях.